Доброго времени суток! Сегодня будем снимать классическую французскую заправку – винегрет. Бальзамический уксус мы должны смешивать в равных пропорциях с маслом. Поэтому возьмите какую-нибудь мерку, у меня, допустим, это вот столовая ложка, чтобы оно было равномерно. Сюда же идет оливковое масло. Черный молотый перец, соль по вашему вкусу. Соль вы можете заменить соевым соусом. 1 чайная ложка горчицы и 1 столовая ложка меда. Это оригинальный рецепт без добавок. Если вы хотите улучшить вкус, вы можете добавить, допустим, чеснок, или, как сейчас я сделаю, добавлю 2 столовые ложки апельсинового сока. Все хорошо перемешиваем. Эта заправка очень хороша для салатов, а также для любых овощей, которые жареные или запеченные. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь к нам на канал. У нас очень много замечательных вкусных рецептов. Приятного аппетита!